Молодежь часто обвиняют в непатриотизме. Опровергнуть это расхожее мнение удалось нашему корреспонденту. Заслышав слово «байкер», большинство людей представляют себе брутального бандита-нигилиста, нарушающего все правила дорожного движения. Ребята из мотоклуба «Ночные волки» полностью разрушили этот стереотип. «Ночной волк» — это прежде всего патриот своей страны. Вот. Живем мы, значит, по старым законам, нашим православным. Вот, стараемся не ударить в грязь лицом, быть достойными этого звания. Не забывают ночные волки и о традициях. Свято чтут обычаи своих предков и создают новые. Они ежегодно организовывают свои акции. В прошлом году мы ездили в Волгоград, заезжали там на Поклонную гору. Вот, честно говоря, по телевизору это смотрится все иначе. Когда там на процессе находишься, начинаешь, наверное, прочувствовать всю эту боль, которая там заложена в этих горах, в этих, ну, сюжетах, картин там. Вот, возлагали цветы на Поклонной горе у Вечного огня. 9 мая русские мотоциклисты соберутся все вместе на берегу Суры, на мотопосту. Мы решили заехать большой колонной в город Ядрин, на Вечный огонь города Ядрина, посетить церковь ядринскую, достопримечательность, принять участие в Ядринском праздновании Дня Победы. Екатерина Кудряшова, Александр Петров, Республика.